Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство iPhone 14 Pro Max. И сейчас мы разберемся, как восстановить аккаунт WhatsApp на данном телефоне. Что ж, этот случай подходит только если вы, когда использовали в прошлый раз WhatsApp на каком-то другом телефоне, вы использовали резервное копирование на Google почту. И эта Google почта, разумеется, должна быть на этом телефоне. Что ж, сейчас мы переходим в приложение WhatsApp. Принять и продолжить. Вводим номер телефона. Разрешаем WhatsApp отправлять нам уведомления. Вводим номер. Нажимаем «Готово». Здесь WhatsApp попросит нас убедиться, что это именно наш номер, что мы все правильно ввели. Нажимаем «Да». После чего нам на наш мобильный номер телефона придет SMS с шестизначным номером. Мы его вводим, этот номер. И, как видите, здесь есть копия на iCloud, которую мы нажимаем «Восстановить». Это именно тот экран, который нам нужен для того, чтобы восстановить данные. Если он не появляется, к несчастью, ваши данные, скорее всего, были утеряны. Нажимаем «Далее». Ваше имя для уведомлений. Hard. Том Хард. И готово. Нажимаем «Окей». И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч.